Анонс и точная дата выхода 9 и 10 серии 5 сезона сериала «Пес». 9 и 10 серии сериала выйдут на телеканале НТВ 18 декабря. В новой серии мы увидим, как на улицах города открыто сафари на человека. Неизвестные убивают бомжа и забирают тело с собой. На месте преступления пес берет след к лесному кладбищу. Расследуя серию смертей, следователи становятся свидетелями очередного убийства. Макс и пес ссорятся из-за хлама в доме. Гнездилова из дому выгнала жена. Он селится прямо в кабинете следователей и начинает поиски новой спутницы. Таинственный киллер убивает жертв холодным орудием, инструктировав в него старинные серебряные монеты. Макс узнает, что все жертвы были мошенниками-антикварами. Удастся ли Максу и псу найти мотив и раскрыть личность преступника? Все это мы сможем узнать уже в новых сериях сериала. Напомним, 9 и 10 серии сериала выйдут на телеканале НТВ 18 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.